Нью-Йорк Таймс сообщает, что в 2017 году ФБР начало расследование с целью выяснить, является ли президент Трамп российским агентом. Трейс Галлахер следит за последними новостями. Трейс? Да, последняя новость, Такер. Таймс сообщает, что спустя несколько дней после того, как Трамп уволил Джеймса Коми, правоохранителей так встревожило поведение президента, что они начали расследование, опасаясь, что он работает на Россию. Иными словами, была ли в его действиях угроза национальной безопасности и попал ли он непреднамеренно под влияние Москвы? В качестве причин для тревоги указано следующее. Во-первых, письмо Трампа об увольнении Коми, которое он так ему и не отправил, и в котором он упоминает расследование о русском следе. И во-вторых, интервью Трампа телеканалу NBC через два дня после увольнения, в котором президент указывает расследование о связи с Россией в качестве причины отставки Коми. Как сообщается, ФБР также изучило публичное заявление о том, что увольнение Коми можно расценить как препятствие правосудию. Отмечается также, что агенты ФБР заподозрили Трампа в связях с Россией во время предвыборной кампании 2016 года, но отложили начало расследования из-за сложившейся шаткой ситуации. Затем специальный советник Роберт Мюллер начал проверку, и теперь она, очевидно, стала частью более масштабного расследования. Конечно, не было обнародовано никаких доказательств того, что мистер Трамп тайно контактировал или получал какие-либо инструкции от российского руководства. И неизвестно, на каких источниках основана эта история. Нужно отметить, что Руди Джулиани также заявил, я цитирую, «Тот факт, что за полтора года не было выявлено никаких угроз национальной безопасности, означает, что у них ничего нет». Так Джулиани недавно высказал свое мнение об этой истории. Мы и дальше будем сообщать свежие новости от «Нью-Йорк Таймс» по мере их поступления. Такер? Трейс Галлахер, спасибо. Итак, если вы дома, возьмите ручку и бумагу, потому что это стоит запомнить. Вот почему никогда не следует критиковать ФБР. Вы думаете, это ваше право как гражданина? Вы можете это делать, но я бы не советовал. Они могут начать расследование без вашего ведома. Вдруг вы били жену или продавали детям фентанил, или предали свою страну, помогая Владимиру Путину. Не факт, что вы виновны. Но как только механизм запущен, они всегда могут заявить, что года два назад уже проверяли вас. Пусть они и не нашли никаких доказательств, пусть вам никогда не предъявляли обвинений, это не важно. Ваше имя уже очернили. Не критикуйте ФБР, это очень неразумно.